На базе 2-й пожарно-спасательной части Каспийска прошли соревнования «Школа безопасности» среди учащихся образовательных учреждений города. Состоял турнир из 7 этапов. Ориентирование, жизнеобеспечение человека, организация первой помощи, преодоление препятствий без специального снаряжения, действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, пожарная подготовка и действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера. Мы планировали преодоление, называется, горизонтальные бревна, но в связи с тем, что погода внесла свои коррективы, мы заменили на подтягивание на перекладине. А второе упражнение – это надевание боевой одежды, снаряжение пожарного. Остальные 9-10 упражнений – это, значит, теоретические тестирования. Организован турнир в соответствии с распоряжением администрации городского округа Каспийска от 25 апреля номер 60 и письма главного управления ГОЧС Республики Дагестан. Основная цель проведения конкурса – это пропаганда получения знаний пожарной безопасности и проверка своих, полученных на уроках ОБЖ. Отметим, что место команды в виде соревнований определяется по ее результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства, имеющей лучший результат на заранее определенных ГСК предпочтительных этапах. Мы подготовили для, значит, 3 – это общекомандные призы, дипломы, 3 – в личном зачете и по каждому виду тоже по 3, по всем 3 дистанциям и этапам. В соревнованиях приняли участие 5 школ. Это школа номер 1, номер 2, номер 3, номер 12 и 15. Результаты конкурса будут подводить главный судья, заместитель главы администрации гражданской обороны города Каспийска Забир Загиров, начальник МКУ управления по делам ГОЧС Арсен Велиев, председатель ГМО учитель ОБЖ Каспийска Артур Мурзаев и многие другие. По итогам соревнований лучшие будут отправлены на республиканский этап.